Всем привет, народ! С вами Аспирин 18, и сегодня по многочисленным просьбам пройду игрушку про рыжего кота Гарфилда. Ну, на самом деле, я ее и сам хочу очень пройти. Она вроде бы несложная. Так. Вот, игру разработала компания Sega Interactive. Глянем, что там есть в опциях. Вот у нас сложность есть. Кит и нормал. Ну, поставлю нормал. Дальше password, music test и бонус раунд. Ну, бонус раунд — это тренировка бонусного уровня. Но они и так будут между миссиями. Поехали. А, вот нам рассказывают, какие предметы есть. Это очень полезно, кстати. Неуязвимость, пополнялки жизней, штуки, которыми можно кидать жизни и чекпоинты. А вот что такое вот этот малетки? Малетки, я, ну, не знаю. Ну, в переводе это ключ-молоток. Ну, не знаю для чего он. Может, открывается бонус уровень, если я возьму. Я даже не пробовал его не брать. Закончился выпуск сегодняшних новостей. Авк. О нет, телевизор сломан. Если мы не можем починить его, это будет проблемой. Ну смотри-ка, и так сойдет. А ничего, что детали не хватает, что остались лишние детали. Да ничего, врубай шарманку. Эй, стой. Вот появляется с экрана телевизора какой-то робот, затягивает Гарфилда внутрь. Вот теперь Гарфилд вот в телевизоре, вот вроде среди всяких микросхем, каких-то пружин, деталей каких-то. Вот какой-то, вот первый портал. Вот это, наверное, какие-то местные там телеканалы, что ли? Давайте посмотрим, что там. Ну, короче, нас закидывают на кладбище, где всякие черепа, вампиры, скелеты какие-то. Откуда-то я упал. Так, а тут-то что у нас? А, вот. Вот скелет какой-то. Хорошо, скелет. Вот что-то вместо лифта такое вот. Гарфилд, он с факелом ходит и в каком-то костюмчике вот. Так, ну, вниз пойдем. Здесь много есть всякого хорошего. Пицца вот есть. Ага, привидения. Как же без них? Это ж кладбище. Так, ну...
А, вот, вот. А дальше что у нас там? Вот можно бросаться даже. Но я пока вниз буду идти. Здесь все-таки есть чего исследовать. Много дальних ходов. Так, скелет. Давай-ка, до свидания. Вот сюда чекпоинт первый. Ну тут дерево стоит, значит нам надо вниз по-любому. Так, ну тут... Тут привидение. А не одна. Та-дам! Большая яма какая-то. А ну-ка, что, что в яме? Что тут? А, здесь то же самое все, да? Ну да. Ничего нового нету. Заборчик такой колючий. Так, мишку сейчас вот подберу. Достал. Ой, куда это я упал? А что здесь есть? Куча черепов. Так, ну здесь нет хода. Значит, нам по-любому туда. Это дрот, пицца, привидение какое-то бродит. Нет, не это. Это что там сверху такое? Это голова собаки с языком и ушами. Я только заметил, кстати. Вот книжка. Вот молоток. Что он значит, понятия не имею. Так. Всё. Назад нет хода уже. Только берем пульт и на босса. Ну а босс убивается на самом деле очень просто. Главное вот уклоняться от него и от мышей. Вот, это же вампир собака, и он боится света. Так что... Открываем каждое окно по очереди, и тогда он... погибает. Нет, не успел я его ударить. А уже все-таки 6 хитпоинтов осталось.
Второе окно. Ну а третье самое сложное, потому что дает мало времени. Ну, надо заранее там бежать туда и прыгнуть побыстрее. Есть. Получилось. Так, теперь бонус уровень. Так, нельзя бить петухов вот таких вот. Всех остальных можно и нужно. Нельзя. Так. Тараканы какие-то, буква L. Надо собрать слово Гарфилд. Это довольно сложно. Слишком быстро вылазит. И сложно реагировать. Так, петушок, нет. Бить тебя не буду. А бабулик можно. Ай, не успел. Успел. Так. Буква И. Так, ну сколько букв я не знаю. Я не смотрю. Смотрю на экран. Собака, не успел. Осталось две или три буквы. Ну, это проходимо. За прохождение бонуса дают continue. Он второй бонус. Здесь нужно коллекционировать мишек. Чем больше, тем лучше. Мало понабрал. Не хватает мишек. Одного не хватило. До жизни, а до континью еще больше. Так, вот опять уровень с микросхемами. Вот, следующий портал. Ну, теперь мы будем пиратом. Так, вот. Такой синий шляпой и деревянным мечом. Ай-яй-яй-яй. Успел, успел. Заскочить. Скелеты безголовые. Так, мишка. Отлично. Нет? Ага, вот, есть, есть. Да, здесь не видно иногда. Это я подберу все-таки. Вот и суша. Так, так, так. Теперь нужно аккуратно по камням. Четыре всего осталось. Нет, уже девять. А тут-то будет... Как бы его здесь поаккуратней. Нет. Надо сразу вот так вот. И вот жизнь берется.
А здесь ничего нет, здесь просто такие вот эти штуки мешают. Здесь нужно перепрыгнуть. Не успеваю за кораблем. Ну да ладно. А тут чего, я не помню. Что тут есть интересного? Нету. Что-то есть. Ну теперь осталось всего 3 хитпоинта. О, курица какая-то. Что это? Курица, обезьяны. Кого тут только не встретишь. Так, вот теперь... Взять бы кто-то сейчас. Пиццу есть. Это остался последний хитпоинт. Мог проиграть только что. Так, это с каких уже пор курицы научились летать? Крылья вырастили. Так, черепашки. Черепашки, как я, насколько я помню, прячутся под воду. Так. Так. Ну, эти бомбочки нам не понадобятся, но все-таки буду брать по возможности. Второй ход уровень уже. Какое-то растение. Хавающие все подряд. Вот она работает как пружина. Ну, эту штуку я брать не буду. В принципе, зачем? Так, скелет. Где твоя голова? Так. Так это летающая зубастая курица. Прям. Нет, упал. Ладно. Здесь нужно на самый верх. Чекпоинт, но мне он особо не поможет. Так, а как здесь? Не кидай там свой банан уже. Здесь хорошо, что нету респауна. Разве что респаунятся курицы летающие вот эти. Достал. Нет. О, так я так могу достать. Я думал, нельзя. Вот, есть. Так, здесь нет никого, нету. Идем дальше. Вот эти курицы их лучше сразу
убивать, а то потом можно упасть в самый низ. Так, вот это жизнь, если... Здесь только одна попытка. Нет, не подобрал. Ну да ладно. И так хватит. Вот, чтобы взять, вот, нужно прыгнуть и ударить. И мечом можно достать. Только так. Так. Здесь я допрыгну или нет? Нет. Здесь допрыгнул. Так, а здесь чего делать? А, вот, по-моему... А, просто залезть. Ну вот и босс. Только будет большой пират. Ай-яй. Надо лечилка. В пиратском сундуке у нас пульт от телевизора. Так, опять бонус. Так, не забить тараканов. Попробуем. Так. Все-таки попал. Таракончик. Тебя нельзя, тебя тоже нельзя. Сложно очень. Нужна большая концентрация. Что-то нету права на ошибку. Ну, зато коньки не дают. Нет, не успел. Так, 18 за жизнь и 25 за континью. Так, попробуем. Этих мишек нельзя пропускать. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Па-бам. Вот как обычно уровень с микросхемами. Какие-то молнии бьют. Провода какие-то торчат.
3 миллиона лет до нашей эры. Пещерный кот. Он даже клыки отросли у него. Ну это я знаю, как забрать. Я сейчас покажу. Что это за звери летают? Какие-то драконы? Или что это? На что похоже? Какие-то гномы-драконы, что ли? Привет, Renzo Game. Попробую еще вот эту рыбку достать. Теперь за жизнью пойду. Вот нужно на эту пальму, а потом уже с пальмы вот так вот в стену. Уже 8 жизней, а максимум 9. Так что лишние не берутся. Это все-таки детская игра. Игра про Гарфилда, так что. Много жизни здесь не нужно. То есть нужно. Чтоб дети играли. А вот здесь еще 2 жизни. Или не здесь? Одите. По-моему, нет. По-моему, дальше. Ладно, здесь нет ничего. Хотя, ну, еще попрыгаю. Какая-то рыба в воздушный шар. Прямо так раздувает ее. Пучит. Рыба пучий глаз какая-то. Пойду-ка я вниз. Что здесь есть? Вот, еще жизнь. А здесь, кроме пиццы, нет ничего, по-моему. А нет, нету. Отсюда можно достать? Или не? А ну-ка, попробую с пружины допрыгнуть. Да. Хватает. Вот здесь место. Вот. Вот. Одна жизнь и... Сейчас будет вторая. Вот. Надо выбираться наверх как-то. Я думаю, здесь можно. По этим платформам. Он цепляется за край, нет? Или нужно... А, вот он. На меня запрыгивает. Так, а теперь попробую сюда. Нет, не получилось. Как же выбраться тогда? Может, вперед нужно пойти? О, молоточек. Так. А,
это я жизнь уже брал. А, вот. Здесь же можно. Вот еще есть вторая стадия. Этот уровень длиннее, чем прошлый. Но здесь много чего спрятанного есть. А некоторые штуки, вот я вот смотрю, не знаю, как брать до сих пор. Там бегаю вокруг да около и никак не получается. Ну вот, жизнь, ну это я знаю. Здесь, ну, все то же самое. Надо прыгнуть в правую стену, и тогда она берется без проблем. Но только надо прыгнуть из самого верха. Вот, вот так вот. Оп, и все, и взяли. Я сейчас покажу место, из которого нет выхода. Вот я проиграю жизнь, но я покажу. Вот здесь вот. Вот жизнь ногами. Ну, я проверял, она берется. Ну, а теперь отсюда нельзя выбраться никак. Я тут и так прыгал. Здесь нельзя пойти. Стена не двигается. Ну то есть никак. Сначала я думал так, прямо из самого края. Не получается. За край не цепляется тоже. Так что здесь по-любому нужно проигрывать. А может, здесь можно? Не-а, нельзя ничего. Это такая пасхалка, что ли, наверное. Хотя, зачем такое делать, я тоже не пойму. Здесь еще будет жизнь, так что я эту жизнь брать не буду уже. Сюда нельзя никак. А не, можно, а что здесь тогда? Ничего. Просто. Ладно. Ну да, прикольно, так как. А как туда потом выбраться? Это ловушка просто безвыходная. Так неинтересно. Только сюда, наверное. Только сложный уровень, запутанный немножко. Думаю, мне сюда. Так,
там внизу чего. Там хоть есть ветка какая-то. Да ладно, упаду. Здесь где-то есть место, где одинак лежит. Прямо под веткой. Но я не помню где. Так уж. Упал. И вот это вот. Как взять этот гамбургер внизу? Я не знаю. Я пытался там. Прыгал как-то, ну. Но там, конечно, я могу запрыгнуть в левый край и упасть на эту, ну, на вот эту платформу. Вот. На вот эту. А вниз упасть уже нельзя. Стоп, что я сделал? Прикольненько. Ну, этого я не знал. Ну вот. Вниз уже не могу упасть. А запрыгнуть? А как я это сделал только что? Чё? Первый раз так получилось. Ой, вверх ногами. А вот. Вот эта жизнь. Тоже я не в курсе, как берется. Хотя я вот сейчас попробую. Я ж теперь знаю, где. Здесь. А, тут сюда нельзя пойти. А сюда можно. Нельзя. Нет, что-то. Как-то через верх. Да, согласен, хорошая игрушка. Управление отзывчивое, прямо на 100%. Такое редко бывает. Так, это здесь. Точно, вот эта ветка, и упасть нужно сюда. Стоп, а это жизни больше нету здесь. Ничего не понимаю. Меня обманывают. По-моему. Или надо еще ниже. Да, ниже, там были еще ветки. Так. Здесь хоть возможно вниз-то упасть. Не получается даже. Хочу упасть. Так. Мне вроде получалось. Нет. Попробуй просто прыгнуть аккуратненько. Так, вот. По-моему, получится сейчас забрать. Да. Вот, наконец-то я взял ее. Жизни на самом деле только на этом уровне, на остальных там поменьше намного, ну, а нычек я бы тоже не сказал, что много. Это только этот уровень, больше нету. Не, ну там есть, конечно, такие небольшие нычки, ну, что прям слишком много, только на этом уровне. Низко прыгает. А вот есть. Получилось.
Теперь еще выше. Так, а вот здесь я позволю себе сделать сохранение, потому что босс глючный и может просто исчезнуть. Так что... я сохранюсь на всякий случай. Все, так. Вот какой-то драконопёс зеленый. Но трюк заключается в следующем, что он может отбрынуть от этого здорового камня и выпрыгнуть за пределы уровня. Вот началось, что-то он уже прыгает по воздуху. Ну дай бог, чтобы не исчез. Ну если что, то сейв есть. Эти камни-то вот так только что неудачно упали. Так, где тени появятся? Вот, 4 тени. Так, вот здесь упадет прямо. Ну еще осталось 2-3 удара, наверное, и все. Пройдем. А может даже меньше. А, последний. Вот. Глюка не случилось. Нормально, прошли. Так. Нельзя бить кошечек. Всех остальных можно и нужно. Ой, не успеваю. И бабушек можно, и собачек, и тараканов. А курочек нельзя. Ну, здесь можно... не ударить букву, но потом уровень станет еще дольше от этого. Так что лучше бить все сразу. А то уровень он и так очень длинный. Вот хотя бы раз бы выиграть, показать. Нет. Одна буква осталась. Не повезло. А в этот раз нужно 25 медведей за жизнь и 30 за континью. Шесть. 27 штук. А мне нужно куда? По-моему, вперед нужно идти. Да, и как туда еще все работает?
делал такой телевизор? Интересно. Катабланка. Вот мы попадаем в такое вот черно-белое кино. Так. Какие-то. Дедушки нам кричат что-то. Кидаются чем есть. Так, а тут можно перепрыгнуть, по-моему, да. Стая котов каких-то. Ничего себе. Вот сюда я не могу. А ну попробую в эти двери зайти. Так. Нет, я вышел обратно. А если упасть? Опять стая котов. О, писа. Консервная банка. Кстати, вот консервными банками здесь можно бросаться. В какую же идти? А ну попробую во вторую. Нет, а назад. Ну значит в первую. Нет, не в первую. В третью, что ли? А ну-ка, в третью. Вот. Попробую взять один ап. Вот он. Мне он не нужен. Ну, в принципе, вот я показал, как он берется. Так, это где? Это другое место. Ну, здесь только одни двери, так что сюда. Где же я теперь? А, теперь нужно наверх. Что-то непонятно куда. Может, налево пойдем? И не налево. Тогда куда нужно? Здесь кактусы. А может на эту? Как-то повыше подпрыгнуть? Или не получится? А ну-ка. Если я сверху упаду на нее. Привет, Скайвокер. Не допрыгивает. А там кактусы на подоконниках. А если сюда? Так. Не разобрался. Ну зато я уже знаю. Маршрут, так что не заблужусь. А, надо же сюда. Третью.
Да, в третью. Так. Соберу-ка я жизнь еще одну. Что было 9. Вот. Теперь дальше пойдем. Попробую вперед просто пойти. А, вот, вот, есть. Точно. Нашел путь. А где же теперь? А, вот, вот эта штука. Да, прямо с краешку прыгнуть. И тогда достану. Вот чекпоинт. Вот сложное место. Если я сейчас упаду, то самый низ. Так что. Ну там, короче, впереди была жизнь, но я. Не смог ее взять. Но там, короче, она есть. Так, бомбы. Бомбочками кидаются. Вот я, наверное, беру штук 5, а потом буду бросаться. Вот если... Горит фитиль. Надо убегать. Если не горит, то можно брать. Вот, не горит фитиль, берем. Так. У нас уже 4. Ну еще парочку, наверное. Или 3. Ну, короче, будет штук 7, тогда уже начну. Вот. Одна без фитилька. И еще одна. Восемь. Хватит. Ну, теперь его обкидываем и все. Так, вот опять бонус. Не бьем тараканов. Так, тараканчик. Еще один, еще один. Так. Надо очень внимательно. Права на ошибки нету. Хочу хотя бы один континью.
опять промазал. Не успел просто. Вот теперь опять Гарфилд в виде электрона. Так, собираем мишек. Вот уже 30. Раз, два. Continue. Получилось выиграть Continue. Хотя бы один. Но они мне не понадобятся. Ой, так. Вот, вроде бы сюда. Месть Клеопатры. Одеваем шляпу фараона и погнали. Привет, агент. Вот, попадаем сразу в какую-то пирамиду, где вот вместо кошек здесь разами считаются собаки. Это какой-то неправильный Египет получается. Так, а что здесь? Ага, вот огонь. А. Понятно. Ловушка. Сражаем факел. А что у него, кстати, в руке? Да, какой-то факел. Какой-то египетский факел. Так, а тут-то чего? Нет, я тут... Здесь можно вот так вот хапискам запрыгнуть. Красивый уровень, на самом деле, такой интересный. Так. Здесь двигаем камень. Вот здесь же нарисовано. Вот голова собаки двигается вперед. Нет, не получается. Так, раскачиваем вот эту штуку. Вот-вот есть. Поехали. Да. Наступил на ловушку, теперь нужно поаккуратней. Так, а что внизу? Не видно. Ага, понятно. Так вот, несколько пиц. Я пойду лучше вперед. В принципе, какая разница? Куда? Хотя...
Я думаю, разница есть. Что он там? Тоже как... Какие-то ловушки. Здесь факел. А, вот. Здесь с земли поднимается. Только медленно очень. А, так. Чё я жду? Какие-то руки мешают. А вот и все. В принципе. А, это уже босс, кстати. И нелегкий такой, я скажу. Нужно с двух сторон хоть подниматься наверх вот так вот. В принципе, здесь летает много всяких мух или жуков, что это такое. Сложновато, конечно. Хотя вот есть гамбургеры всякие. Писать, так что. Так, вот. Это одна сторона. А на вторую сразу не получилось. Ну, пускай. Все, закончились. Эти штуки через какие-то на что похоже. Какие-то ключи или что это. Здесь просто... А, вот факел не зажег, понятно. Так, теперь в самый низ. Бить факелом не до глаз. Так, вот. Так, это первая стадия, теперь он чем-то там нас пуляет, какими-то огненными шарами. Ай. Задело немножечко. Вам готово. Вот опять этот робот.
отправляют нас обратно в телевизор. Не дает покоя. И сам уходит. Тоже ко мне. Так, а бонус уровня не будет? А, я молоток не взял. Наверное, это оно и есть. Нужно было найти молоток, и тогда бонус открывается. Теперь я понял, для чего он нужен. Сколько уже? 40 уже есть? Есть. Еще один continue. Что внизу? Вот. Так, смотрю вниз, чтобы ни на что не упасть. Здесь можно перепрыгнуть, наверное. Можно. И сюда. Финал сезона. Так, это... Это последний босс. Вот он. Наконец-то. К нему добрались. Вот тут нужно вот так вот поворачивать зеркала, чтобы вот его же лучи в него отражались. Подниматься все выше и выше. Вот так вот. Сложно, конечно, но... Сейчас пройдем. Ну вот, может, не с первого раза, но... Так, самый низ упал. Ладно. Ну, сейчас в него что-то попадет. Вот, попало. А теперь еще выше идем. Так, еще надо левую не забыть. Тут чем выше мы поднимаемся, тем... Тем больше раз будет наскакивать... Его штуковина, так что... И внизу тоже, да. А здесь я задвинул. Еще, по-моему, два или два раза попасть по нему и все. А здесь я позадвигал или нет? Я не помню. Да, задвинул. Тогда. Так. Вроде бы еще раз и все. Ого. Как это относит? Все, такой несложный босс вроде бы. Но когда-то он мне казался сложным. Так, вот. Так, а как наверх? Наверное, все-таки с той стороны. Привет, Самерби.
он тут прыгает наверх. Вот, можно все-таки. Вот вуаля. Фух. А теперь сделай это снова. И телек починили заодно. Убивать Дракулу там очень просто. Не черепами его нужно, а там... нужно открывать окна. И тогда он... будет погибать от света. Ну, там же Дракула. Вот там вот... вот ты кидаешь в него череп, а потом он... прячется в гроб, и тогда нужно открыть окно. Там... повторим, можешь посмотреть. Я вот когда первый раз играл, то этот босс, он тоже показался мне сложным. Вот я так кидал на него черепами всякими и ничего, а потом как-то случайно получилось. И его смог ударить. Он легкий. Ну просто непонятно, как его бить. Интересно, а в конце титра что-то будет? Сейчас посмотрим. Я вот не помню. Нет, ничего. Так, ну мы пока не прощаемся. Я попробую... Харти бонус уровень, где-то раза 3 или 4. Вот. Должно получиться. Вот здесь можно играть в него из опций. Так. Не бить Гарфилда. Хорошо. Так. Таракана можно. Собачек, бабушек тоже. Буква Р.
Очень долгий на самом деле. Не успел опять. И как всегда осталась одна буква. Так, теперь не бить кошечек. Всех остальных можно. Сложновато, особенно в конце. Потом уже устаешь, в принципе, и теряешься. Две буквы. Не успеваю среагировать. Опять Гарфилды. Хорошо. Это даже проще, мне кажется. Слишком быстро вылазит. А буквы редко попадаются. Успел. Еще не все, да? Еще одна буква. Последняя. Вот, наконец-то прошел, получилось. Но это из-за того, что он очень долгий. Спасибо, ребята, кто смотрел. Все-таки прошел эту игрушку. Хотя думал, что я там буду проигрывать, но оказалось, она слишком простой для меня. Подписывайтесь на стримы. Смотрите канал Barrel Jumpers. Заходите в группу ВКонтакте. Удачи вам всем и пока.